Столбы густого белого дыма было видно даже из города, а вечером на горизонте появилось ярко-красное зарево. На озере Яицкое в 3 километрах от села Лопатино загорелись сухая трава и камыш. Площадь, пройденная огнем, составила 2 гектара. Зона активного горения – 1700 квадратных метров. Сообщение о происшествии поступило примерно в 13:25, но пламя на противоположном берегу озера бушует до сих пор. Даже поздней ночью в Волжском районе горит камыш. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. На месте происшествия работали 33 человека и 15 единиц техники из пожарно-спасательных подразделений. В региональном управлении МЧС от официального комментария отказались, но пояснили, что угрозы распространения пожара на близлежащие населенные пункты не было. В общей сложности пожар тушили около 20 часов. Основная сложность заключалась в том, что пламя бушевало в труднодоступной заболоченной местности. Пожарные справились с огнем лишь сегодня утром. По словам сотрудников МЧС, обошлось без погибших и пострадавших. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.